Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Многие садоводы замачивают семена перед тем, как совершить посев по нескольким причинам, а именно обеззараживание, размягчение твердой оболочки и подпитка полезными веществами. Но сегодня я хочу поделиться опытом одной из моих подписчиц, которая оставила необычный комментарий. В нем она пишет, что отказалась от процедуры замачивания семян. Вот почему я перестала замачивать семена томатов перед посадкой на рассаду. Может, со мной и не согласятся многие садоводы, но мой опыт привел меня именно к этому. Уже давно показалось, что замачивая семена в разных веществах, они только замедляли всходы томата и перца. К тому же в воде зародыш семени испытывает нехватку кислорода или даже может подгнить. А в прошлом году убедилась окончательно и бесповоротно, что томаты без замачивания и проращивания, посаженные сухим посевом, отлично всходят. Всходят вовремя и практически в те же сроки, что и при замачивании. Теперь больше не доверяю разным живительным средствам и эликсирам, которые якобы что-то улучшают. Возможно, показалось, но семена, посеянные сухим способом, дали более крепкую рассаду. Поэтому с уверенностью могу сказать, что семена без замачивания прорастают не хуже замоченных и растут абсолютно так же. Вот такой негативный опыт сложился у одной из моих подписчиц. Очевидно, что при замачивании она делала что-то не так. И скорее всего я даже знаю что. На то может быть две причины. Первая причина – это замачивание семян в большом количестве воды. Когда они буквально плавают, это действительно негативно отражается на всхожести, если так продержать их более чем на 8-12 часов. Запомните, что семена должны быть лишь хорошо увлажнены, а для этого идеально подходят ватные диски. Вторая причина – это замачивание семян в специальных концентрированных веществах на длительный срок. К примеру, замачивание семян в насыщенном растворе марганцовки на сутки и более может привести к их гибели. Учтите, что замачивание семян в концентрированных веществах допускается лишь максимум на 30 минут, не более. Я всегда замачиваю семена перед посадкой. Мой горький опыт потери рассады привел меня к этой процедуре. Несколько раз я теряла часть саженцев из-за бактерий, которые находились на семенной оболочке. Поняла я это после того, как часть взошедших томатов начали болеть и погибли. Пришлось срочно заново сажать этот сорт, причем из того же пакетика и в эту же землю. Но предварительно замочив семена на 20 минут в хлоргексидине, и только после этого рассада получилась хорошей. Также я стараюсь размягчить оболочку перца и томатов после того, как был горький опыт посадки сухих семян. Всходы не успевали скинуть твердый панцирь. В итоге такие растения погибали или отставали в росте и болели. Поэтому я замачиваю семена в ватных дисках примерно на 24 часа на батарее. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!